В столице уменьшился уровень вредных выбросов. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» прямо сейчас. Подробности. Мэр города Сергей Собянин заявил, что в столице сократился уровень вредных выбросов вдоль дорог. Об этом сообщает агентство «Москва». По его словам, датчики мониторинга стали фиксировать сокращение выбросов в окружающую среду. Также на заседании парламента мэр рассказал, что уровень вредных выбросов уменьшился в разы, а не на проценты. Это произошло из-за перехода на экологически чистые машины. Сергей Собянин пояснил, что основная часть загрязнений, а именно 90%, происходила и происходит из-за работы автомобилей, а не заводов. На этом у меня все. Следите за новостями жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!